Привет, мои зайки, с вами Стасси Семь. Сегодня я решила снять для вас видео влог в моей школе. Он получится сильно коротким, но думаю, будет он очень интересный. Тоже всем приятного просмотра. Я уже иду в школу. Привет, Стасси. Привет, Барбара. Ну что, пойдем в класс? Да, пойдем, а то сейчас будет урок, я и так опоздала. Ну да, пойдем. Мы уже зашли в класс. Так, дети, записываем все, что написано на доске про каких-то чупапимуняников. Потому что нам надо очень много писать, тоже пишите быстрее. Ну ладно, я пока выключу камеру, потому что намного писать надо. Встретимся на перемене. Вот и все, урок закончился, и мы сейчас хотим пойти в спортзал. Мы черлидерши, мы хотим потренироваться. Так, Джейкоб, нам надо срочно пойти к девчонкам и сейчас пригласить их на свидание. Блин, я стесняюсь. Что-то с ними сняться, пойдем. Ну ладно. Привет, девчонки. Привет. Привет, мальчики. Что вы к нам подошли? Мы хотели спросить, что вы делаете вечером? Я ничего, я свободна. О, это супер. Хотела тебя просто пригласить. Куда же? В киношку сходишь? Я тоже. Ну ладно, я тоже согласна. О, это очень прикольно. Спасибо, девчонки. Ты это видела? Да, видела, я ж не слепая. К нам подкатили два самых крутых парня в школе. Блин, я в таком шоке, что просто. Ладно, пойдем в тренировочный зал, потому что нам надо уже на тренировку. Мы уже в тренировочном зале, и мы сейчас быстренько переоденемся. Мы уже переоделись, сейчас у нас будет тренировка вместе с Барбарой и Кэти. Наша тренировка уже закончилась, и мы уже переоделись. Сейчас мы идем в столовку кушать, потому что мы очень сильно проголодались. Пойдем, девчонки. Пойдем. Мы уже пришли в столовку. Пришли в столовку, и мы сейчас, наверное, закажем по фруктовому салатику. Девчонки, привет. Приветик. Хотите, чтобы мы вам что-то заказали? Нет, спасибо, мальчики, у нас есть деньги, мы сами себе закажем, что мы хотим. Ну хорошо, если нужно будет что-то заказать, обращайтесь к нам. Ну да, обращайтесь. Хорошо, обязательно обратимся. Трэш просто. Это он к вам, это они к вам подходят. А что, завидуешь? Так, девочки, давайте закажем по фруктовому салатику, потому что я очень хочу есть. Я уже готова слона сожрать. Вот, и мы заказали наши фруктовые салатики, мы сейчас быстренько их съедим. Они такие вкусные. Мне они так нравятся. Ням-ням-ням, это очень вкусно. Это даже очень вкусно. Объединение. Ну, ладно, девочки, пойдемте уже на следующий урок, потому что мы сейчас, как всегда, опоздаем. Ну что ж, я предлагаю этот влог заканчивать, потому что дальше у меня просто уроки, туалет, столовая. Думаю, там вам будет дальше неинтересно. Я вам сняла вот такой вот мини-влог, как я провожу свой день в школе. Всем пока-пока!